Здравствуйте, в студии Оскар Басыров, и это «Мировые новости». Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, больше известный как хирург, подготовил для российского президента Владимира Путина письмо с предложением создать совет по патриотизму, сообщает Russia Today со ссылкой на копию письма. «Мы хотим пригласить безусловных авторитетов нашей страны, таких как Рамзан Кадыров и Александр Проханов, чтобы сообща при президенте формировать патриотическую повестку, принимать участие в разработке патриотической концепции и законов, касающихся будущего нашей страны», прокомментировал Залдостанов свою идею. Как следует из письма, среди потенциальных вопросов для обсуждения на Совете организация мотопробегов и разработка закона о российской нации. По замыслу хирурга, консультативный орган должен иметь представительство в Москве, Грозном и Севастополе. Действительно, патриотизма в стране не хватает. После присоединения Крыма вроде бы был подъем, но теперь пыл постепенно угасает, и кому как не байкерам его поднимать. Напомню, что недавно Залдостанов уже предложил изменить герб и гимн России. Вопрос создания президентских советов далеко не новый. И пока у нас предлагают патриотический, за океаном Дональд Трамп собрал бизнес-совет, куда вошли основатель компании Tesla Илон Маск, сооснователь Uber Трэвис Каланик, главы PepsiCo, General Motors, IBM и многих других компаний. Не время для демократии. Президент Демократической Республики Конго, это который бывший Заир, Жозеф Кабила, объявил, что не будет уходить с поста по истечению президентского срока, предусмотренного Конституцией страны. Этот срок истек 20 декабря. Ранее глава государства перенес президентские выборы в Конго на апрель 2018 года, объяснив такое решение финансовыми проблемами в республике. И на всякий случай на улице столицы страны Киншасы были выведены усиленные патрули из полиции и военных. Впрочем, это не помешало жителям выйти на улицы и устроить акции протеста. Ведь они считают, что такое решение он принял с целью продлить свои полномочия на посту президента еще на полтора года. Демонстрации, к сожалению, переросли в массовые беспорядки. Несколько десятков протестующих убито и сотни демонстрантов арестовано. Напомню, что Жозеф Кабила занял пост президента Конго в январе 2001 года после гибели своего отца, и ему удалось прекратить вооруженные конфликты, в которые также были втянуты соседние государства и жертвами которых стали миллионы людей. Однако 15 лет у власти ему показалось мало. Еще бы, до лучших образцов африканской демократии, таких как Роберт Мугабе из Зимбабве или Теодор Мбасого из Экваториальной Гвинеи, которые правят больше 30 лет, ему еще далеко.